Всем привет! С вами Сад и Огород круглый год. И сегодня на ужин у меня вот такая вот вкусняшка. Это салат вот такой вот изумительной окраски. Он настолько яркий, и на праздничном столе он будет действительно коронным блюдом по своим цветовым гаммам. Но сегодня обыкновенный вечер, я готовлю его на ужин. Мало того, что он такой яркий, красивый, он просто очень полезен. Ну что ж, смотрим, как приготовить. Для приготовления салата я беру сами брокколи, головочки. Вот, они у меня еще не отварены. Сейчас буду говорить, как. Беру три картошки нормального размера, но у меня слишком маленькие. Но это не простой картофель, это фиолетовый картофель, то есть в середине три штучки. Или вот 4 маленькие, одну морковочку, пол баночки кукурузы. Для заправки у меня оливковое масло и гранатовый соус, вот по столовой ложке, а также сок половинки лимона. Что сейчас я буду делать? Значит, картофель у меня и морковь уже отварены. У меня осталась одна брокколи. Брокколи варить долго нельзя. То есть закипает вода, я кидаю в кипящую воду брокколи, и когда вода как бы опять закипает уже с этим продуктом, сразу вынимаю. То есть это минутки две, чтобы сохранить вот все витамины, которые содержат брокколи. Ну и плюс брать брокколи нужно зеленые, ни в коем случае не пожелтевшие головки. Ну что ж, начинаю с брокколи. Ну вот, вода закипает, и я тут же опускаю нарезанные брокколи. Вода слегка подсоленная уже. И вот сейчас, как только у нас брокколи, так сказать, поднимется, то есть вода вот снова пустит бульки, грубо говоря, да, вот мы будем выключать. В это время я нарезала морковь и картофель. Ну и готовлю соус, то есть гранатовый сок, оливковое масло и буду выдавливать половинку лимонного сока. Вода закипает, и я тут же выключаю и под холодный душ. Перемешиваю вот такие вот изумительные окраски насыщенные, поливаю, значит, заправочкой, все перемешиваю, выкладываю на блюдо и посыпаю еще кунжутом. Ну вот и все, мой салат готов. Правда, он красивый. Он действительно изумительные окраски, вкусный и готовится очень быстро. Все продукты, как я сказала, выращены на своем огороде, поэтому огородники смело выращивайте и готовите вот такой вот салат. Ну что ж, если вам понравилось, ставим лайк. Ну и до следующих встреч. С вами была Наталья. Всем пока!